Победа. После бегства пленников прошло несколько недель. Быстроногие полицейские, посланные на разведку в фиолетовую страну, вернулись с тревожными известиями. Прокрадываясь по ночам, Затаиваясь за камнями и во врагах, подслушивая разговоры, они узнали, что на Урфина Джуса скоро выступит войско из нескольких сот мигунов под предводительством страшилы, железного дровосека, длиннобородого солдата Дина Геора и загадочного великана Деревянная Нога. Подготовка к походу идет вовсю. Готовится какое-то особенное оружие. Мигуны учатся военному строю под руководством Дина Геора. Урфин Джус был настолько измучен беспокойством, что ему показалось невозможным откладывать решение своей судьбы. Он призвал к себе главного государственного распорядителя Руфа Билана и генерала Лана Пирота. — Я решил повести мою армию в поход, — заявил он. — Пора показать этим мятежникам, кто повелитель волшебной страны. Главный государственный распорядитель побледнел. Он первым расспрашивал разведчиков и знал о положении дел намного больше того, что счел нужным сообщить королю. Руф Билан понимал, что выступать навстречу неприятелю было очень опасно, и осторожно начал. Могущественный король, повелитель, без титулов! Слушаюсь, противник очень силен, и не лучше ли нам будет запереться в стенах города? Жалкий трус! — взревел Лан Пирот, свирепо вращая глазами. — Моя храбрая армия разгромит любого врага! «Молодец — Молодец! — одобрил Урфин. — Учитесь храбрости у генерала, Руф Билан. Но я узнал, что у Дина Георам... — Молчать! — Как вы ко мне обращаетесь, где мои титулы? Или я уж больше не король? окончательно сбитый с толку, Рук Билан замолчал, и выступление было решено. Дуболомов наскоро почистили щетками от пыли, генерал сказал им краткое воинственное слово, и армия в составе 163 солдат, 17 капралов и палисандрового генерала тронулась на восток. Солдаты громко топали деревянными ногами по кирпичам дороги, размахивали дубинками и корчили свирепые гримасы. Урфин Джус ехал сбоку колонны на спине верного медведя-топотуна. Переночевали в поле. Солдаты и капралы простояли всю ночь в строю, таращив в темноту бессонные глаза. Урфин Джус провел ночь очень плохо и проснулся совершенно разбитый. Его одолевали недобрые предчувствия, но отступать было уже поздно. Встреча произошла на обширном поле изумрудной страны, ограниченном с запада несколькими фермами. Еще издали Урфин-Джус увидел фиолетовую полосу, которая все росла и ширилась. Это было войско Мигунов. Впереди шел, ковыляя, великан деревянная нога, за ним девчонка, пугало, железный дровосек, маленький черный зверек, и лев, который свирепо бил себя по бокам хвостом с кисточкой на конце. Рядом с мигунами шагали длиннобородый солдат и страж ворот. Урфину Джусу стало не по себе. Ему захотелось, чтобы все, что произошло с ним с той ночи, когда ураган принес в его огород семена неизвестного растения, оказалось дурным сном, и чтобы он проснулся в своем мирном домике, с крыльца которого виднелись величавые снежные горы. Генерал, командуйте отступление, закричал Урфин Джус. Мы запремся в изумрудном городе. Там с нашими силами можно долго выдерживать осаду. На гум, скомандовал лан пирот, и его команду повторили капралы. Деревянное войско повернулось, и Урфина Джуса затрясла лихорадка из-за зеленых домиков и изгородей, сливаясь с зеленью трав и кустарников, выходили толпами восставшие жители изумрудной страны. Горожане и фермеры, вооруженные заступами, вилами, косами и просто кольями и жердями, выдернутыми из изгородей, лавиной затопляли поле. Отступать было некуда. В это время передняя цепь мигунов расступилась и вперед выкатили огромную пушку, которую высверлили из толстого бревна умельцы оружейники Листара. Дуболомы замерли от неожиданности. Генерал Лан Пирот разинул рот, но ничего сказать не успел. Пушка начала дрожать, потом затряслась все сильнее и сильнее и, наконец, выстрелила, выпустив громадный столб дыма. На головы дуболомов медленно полетели горящие тряпки, солома, мусор. Оружейники листара с криками повалились на землю. Порох, составленный по рецепту Чарли Блека, оказался слишком сильным. Пушка треснула после первого же выстрела. Впрочем, одного выстрела оказалось достаточно. Армия Урфина Джуса в ужасе бросилась в рассыпную. Сам генерал мчался быстрее всех, не разбирая дороги и закрывая руками свою полированную голову, ведь он теперь знал, что такое огонь. Мигуны воспользовались паникой противника и кинулись ловить бросивших оружие дуболомов. Каждого дуболома мигуны аккуратно связывали по рукам и ногам и складывали в поленницу. Джус решил спасаться бегством. Топотун, «Быстрее назад! В изумрудный город!» — крикнул он. Но в эту минуту Чарли Блек бросил лосо, и петля прочно захлестнула туловище бывшего короля. Джус кубарем покатился по земле, а Топотун, сразу потеряв воинственный пыл, стал на задние лапы и смиренно ждал, пока к нему подойдут мигуны. Чарли приблизился к Урфину. — Эй, приятель, сколько добра ты мог сделать со своим порошком, — сказал Блек. Урфин злобно смотрел на него и молчал. Мигуны и жители изумрудной страны обнимались, поздравляли друг друга с победой, плясали, пели песни. Завидев страшилу, горожане и фермеры бросились к нему, схватили, подняли на руках высоко над толпой, загремели приветственные возгласы. «Да здравствует наш правитель, страшила мудрый! Слава правителю изумрудного города!» Страшила мудрый, крепко держа в руках трость, гордо раскланивался во все стороны. Он был в новом костюме. Мигуны сделали ему новую широкополую шляпу с золотыми бубенчиками, и правитель изумрудного города предстал перед своими подданными в полном параде. Так же горячо, как страши, участвовали железного дровосека. Все знали, что он по первому зову явился на помощь другу и мужественно переносил с ним тягоды тюремного заключения, что он, не жалея себя, дрался с солдатами Эткина-Фледа и освободил страну мигунов. И, наконец, он был такой неотразимо блестящий в сверкающей воронке, со сверкающей золотой масленкой у пояса, со сверкающим огромным топором его попробовали тоже поднять, но это оказалось не под силу, и дровосек шел, улыбаясь и кланяясь среди шумных обитателей изумрудной страны, старавшихся протиснуться к нему поближе и хоть пальцем дотронуться до его блестящего тела. Особенно восторженные толпы теснились вокруг Элли, сидевшей на спине льва. Все знали, что эта девочка из-за высоких гор и великой пустыни — фея, которая во второй раз явилась в их страну и не одна, а с дядей Чарли Блеком, моряком. Жители волшебной страны не знали, кто такие моряки, потому что у них не было морей, но они составили о моряках наилучшее мнение по тому единственному их представителю, который так самоотверженно боролся против коварного Урфина Джуса. Людям все нравилось в Чарли Блеке и его огромный рост, и загорелое лицо со смелыми широко расставленными глазами, и добрая улыбка, и даже деревянная нога. Впрочем, тут они пришли к ошибочному убеждению, решив, что все моряки — это люди с одной деревянной ногой. Элли и Чарли Блека, шедшего рядом с ней, забрасывали цветами, им жали руки, женщины обнимали и целовали Элли, ничуть не боясь смелого льва. Смелому льву тоже досталась своя доля поздравлений и приветствий. Всем было известно, что он бросил свое лесное царство и по зову Элли совершил длинное путешествие в страну живунов, а по дороге чудом спасся от страшных саблезубых тигров и он наравне с Элли и Чарли Блеком принимал большое участие в освобождении страшилы и дровосека из тюремной башни. Крохотные девочки шли рядом со смелым львом, вынимали из своих косичек ленточки и вплетали их в львиную гриву, так что она, в свою очередь, превратилась в тысячу косичек. Народ чествовал Дина Геора, Фараманта, Листара вспоминали, как Дин Георгий Фарамант храбро защищали ворота изумрудного города против дуболомов Урфина Джуса, как маленький Листар бросился под ноги свирепому капралу Эльведу, спасая от смерти Элли и ее друзей. Но едва ли не самые большие похвалы довелось выслушать Кагикар. Ведь это она в прошлом году подала страшили мысль добыть мозги, без чего изумрудный город не имел бы такого удивительного, единственного в мире правителя, набитого соломой. Это Кагикар с великими опасностями совершила путешествие через горы и пустыни в никому неведомый Канзас за Элли и ее дядей, которые одни лишь могли сокрушить злодея Урфина Джуса чествовали татошку потому что он совершил нет он не совершил никаких подвигов но он так любил свою маленькую хозяйку так беззаветно готов был ради нее на любые опасности что конечно заслужил свою долю ласки и похвал его передавали из рук в рук им восхищались, гладили его мягкую шорстку, и умные черные глаза татошки горели торжеством. Он ворчал про себя. Посмотрел бы на меня сейчас хвостунишка Гектор, ручаясь ему никогда не дожить до таких почестей. До вечера продолжалось народное гулянье, песни, пляски, игры, а вечером мигуны отправились на родину. Железный дровосек не пошел с мигунами, он решил провести с Элли то время, которое она еще пробудет в волшебной стране. Горожане и фермеры изумрудной страны переночевали на поле и утром веселой толпой двинулись обратно. Они вели обезоруженных деревянных солдат и полицейских. Орфин Джус шел один. Его не окружала стража, наоборот, люди сторонились его. И в этом кольце угрюмых лиц и ненавидящих взоров бывший диктатор чувствовал себя хуже, чем если бы его посадили в темницу. Урфину не связали рук, ноги его были свободны, но куда он мог убежать в стране, где его ненавидел, казалось, каждый куст и каждый камень?